О, здравствуйте, я вас понимаю. Русский язык, это круто. Я подписан на тебя. Что, серьезно? А можно видео снять? Можно Саша, видео снять? Саша. Представляете, как? А я случайно вернулся. Я хотел тебя увидеть в натуре. Я сегодня уже скоро еду назад. Я просто, знаете, какой у меня принцип? Я не могу пройти мимо, когда слышу свою речь. Да, это... Просто я все, это знаете, как все, свои люди. Это есть классно, да, вот, ну, честно, будет питание. Это вам подарок от меня, держите. О, я данки, не пробовал, данки, я не пробовал. Данки, ну, просто данки, надо отметить. Данки, Шон, данки. А как вас зовут, Саша. Саша, вот. А с какого города вы приехали? Днепропетровск. Днепропетровск, знаю. Днепропетровск, живу здесь в Мелине, Малин, ну, ага. По-нашему. Я еще не знаю. Будет. Малин, то есть. А ну, можно, видео идет, а то, знаете, как вдруг не идет видео. Идет. Вы же не против, на себя на канале видите. А, кстати, знаете как, у меня, я сегодня проплатил проезд одной женщине с ребенком, и с, ну, как, уже один ребенок у нее рядом, один в животе, она хочет в Швейцарию приехать. И я, знаете как, вот, я не знаю, как ей помочь, но деньгами помог, а как дальше вообще понять? Одно единственное, куда надо будет обращаться, это в Швейцарии, Сюрика уже направляется в кантон. Вы сказали какой-то барн. Барн, да, барн, там распределяющий вас. Ну, я так понимаю, если она это самое, то ей сразу же, она не будет там, наверное, Не будет что? Лагеря задерживаться, то есть вообще. Есть время, да. Ее отдельно уже... Напишите мне, что я вас с вами встречался, поговорим. Спасибо. Я напишу, да. Спасибо. Данки. Вообще классно, я люблю жизнь, спасибо большое. Представляете, ребята, вот так, зашел за сигаретами, забыл сигареты. Кстати, гляньте, а тут Lucky Strike не такой, как в Германии. Стоит дороже, в Германии там открывается по-другому, ребят. Вообще, так спасибо вот этому Саше. Вы знаете, я шел с негативом, а теперь я чуть добрее. Услышал русскую речь и решил поздороваться. Саша говорит, я на тебя подписан. Ребята, это ж только начало. Донецк, просыпайся. Просыпайся, вспоминай меня, Донецк, вспоминай. Я сегодня записал ролик злой про Донецк, ребят, а потом решил, что не хочу вам показывать, потому что вы опять мне напишете, что я там кучу слов сказал, ничего вам не понятно. Да все понятно, ребят, МММ у власти.